Мы сейчас тоже слушали трек про выбор только что. И это было очень занимательно, я вам скажу. Сингл на оценку. Пит Выбор. Привет, Фломастер. Привет, чат. Хочу, чтобы вы послушали мою работу. Пит Выбор. На этот трек ВК выйдет еще визуал. Ну и новые синглы скоро. Приятного прослушивания. Спасибо тебе большое, дружище. Давай посмотрим, что это такое. Вот так, вот так. И вот так. Пит. Ничего, ничего, слушай. Ничего, ничего. Сколько ты занимаешься музыкой? Недолго. Но очень активно, я вам скажу. Он очень активно занимается музыкой с 23-го года. У него есть уже синглы, синглы. 6 синглов. 6 синглов в 23-м году. А, там что-то выбор без вариантов, все, что надо. Да, нет, да, не совсем. В общем, скорее всего, есть у меня предположение, что это рестайл какой-то. Скорее всего, это рестайл. Поэтому посмотрим. Посмотрим. Ну, погнали. Есть какое-то описание? Есть. Одна из первых моих лиричных работ. Вложил в нее много чувств, мыслей и эмоций. На момент написания этого трека я находился в сложной жизненной ситуации и, как обычно, искал отдушину в музыке. Высказывался, собственно, так трек «Выбор» и появился. Ну, отлично. Rare Lord. Звукорежиссер видения «Мир». И Fragment Baby. Продюсер участника видения «Мир Foundation». Тоже, да, вот здесь. Слушай внимательно, что это такое. «Выбор». Let's go. Кружечка вой стеги. Она своим словом мою душу распорола. Я устал от сладкого, в ДМ опять кола. Легенда не нужен никому, как Моторола. Чтобы все испортить, давай буду метанола. Видишь, детка, что готов ради успеха на все. Лишь препятствия на пути всего-навсего. Я вас перееду, здравствуй, я не, да? Буду тут нравствовать. Я иду вперед, чтобы мой близкий здравствовал. Я хочу так, чтобы на сцене кровь кипела. Чтобы я услышал, как из зала пропела. Чтобы черные души ваши внезапно побелели. Только воды в твоих словах моя душа живее. Что-то. Я буду работать, чтобы ее опуздать. Жень, как лауки, эй, дайма, погоди. Я не накручивал себя, твоя жизнь, как бегуди. Я отказался от всего ради музыки в груди. Если не хочешь пострадать, то стороной обойди. Да мне дается это решение сложно. И то, бро, это невозможно. Я выбрал одно, а теперь будь остар... Это очень плохо. Рожь. Если ты мне помешаешь, я тебя уничтожу. Это малая, светит путь, будто фара. Не знаю, будущий себе, не это знаю, база, бро. Я как конструктор работаю над самолетом в ангаре. Жень, как лауки, эй, дайма, погоди. Я не накручивал себя, твоя жизнь, как бегуди. Я отказался от всего ради музыки в груди. Если не хочешь пострадать, то стороной обойди. Послушай, детка, как твоя рука. Не хватает рывка, сжигая отрывки. Малая, наполни меня, будто бы дар. Я не чувствую свое сердце, нету чувства удара. Мне нужно топливо, малая. Мне нужно твое присутствие рядом, мне надо ремарк. Слушай, техника у тебя неплохая. Техника неплохая. Наполнение этой техники пока страдает. Но в целом есть понимание контрастов, да, и работы по тактам. Я не устал, я не буду спать. Да, 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 да. Передо мной, если встал, то приготовься упасть. И это лирика, брат, не моя сторона. Но я буду работать, чтобы ее опуздать. Жень, как лауки, эй, дайма, погоди. Я не накручивал себя, твоя жень, как бегуди. Отказался от всего ради музыки в груди. Если не хочешь пострадать, то стороной обойди. Ну, в общем, вот, то есть это не руина. Местами, как бы, он по харизме не вывозит, да. А так, в целом, ну, звучит песня. Вот это, конечно, было ужасно, реально. Здесь он влетел неплохо. Строчка хорошая. Легенда, не нужен никому, как Моторола. Чтобы все спорить, добавь воду метанола. Вот тут на контрасте хорошо. Видишь, вы лишь, да, детка, что готов ради успеха на все. Ради успеха на все. На пути всего-навсего. Всего-навсего, да-да. Я вас перееду, я иду вперед. Перееду вперед, да-да-да-да-да. Созвучие какие-то присутствия. Я не буду тут нравствовать, чтобы мы близки. Здравствовал, нравствовать. Да, такие достаточно многосложные рифмы. Идут. Нравствовал. Здравствовал. Да-да-да. Я вас перееду. Я иду вперед. Угу. Своим словом сладкого. Да. Уст. СТ. СТ. СЛ.
душу. Раз, порола, ко, опять кола, дьем. Угу. Есть, есть. Спортить, добавь, видишь, детка. Так, чередует, короче, интересно, он чередует слоги, которые работают. Делает правильно. Неплохо в целом. Дымка фары из филармонии очень похожа. Немного есть фары, немного, да. Немного есть фары, чтобы на сцене кровь кипела, что я слышал, как сало пропело. Черные души ваши внезапно... Ну, внезапном, наверное, просто внезапно, да, скорее всего. Еду, я не буду тут нравствовать. Я иду вперед, чтобы мой близкий здравствовал. Я хочу так... Да, какие-то... Пути всего-навсего. Я вас перееду, я не буду тут нравствовать. Я иду... Опять же, на экспрессии как более убедительно, да, читаешь? Вперед, чтобы мой близкий здравствовал. Я хочу так, чтобы на сцене кровь кипела, чтобы я услышал, как из зала пропела, чтобы черные души ваши внезапно побелели. Только воды в твоих словах моя душа ржавее. Это красиво. Я не буду спать передо мной, если встал, то приготовься упасть. Это лирика. Слушай, такое ощущение, что в припеве как будто меньше слов тебе надо было. То есть не надо было вот такое заполнение, да, давать, чтобы больше вайба было. Вот как ты идешь на легкость. Буду. Просто помедленнее дать. И вот тут контраст хороший бы был. А то здесь у тебя получается, ну, скорость практически такая же. И ты, в принципе, неплохо проваливаешься в атмосферу. Но не нативно, конечно, оно... чередуется с контрастом. Я не накручивал себя, твоя жизнь как бигуди. Я отказался от всего ради музыки в груди. Если не хочешь пострадать, то стороной обойди. Да мне дается это решение сложно. И то, бро, это невозможно. Я выбрал одно, теперь будь осторожен. Если ты мне помешаешь, я тебя уничтожу. Это малая, светит путь будто фара. Не знаю будущей себе, не знаю до сих пор пара. Я буду импрома скиллс, баром за бар. Я как конструктор работаю над самолетом в ангаре. Жень, как лауки. Эй, дайма, погоди, я не накручивал себя. Слушай, неплохие у тебя... Я отказался... Неплохие строки проскальзывают. Ну, пойди, да, мне нужен свой сайт, как надо. Про ангар прикольная история. Я буду improve my skills баром за баром. Ну, бар за баром, да, наверное? Пойди, послушай, детка. Это решение сложно. И то, бро, это невозможно. Но ты мешаешь, я тебя уничтожу. Это малая, светит путь будто фара. Не знаю будущей себе, не знаю до сих пор пара. Я буду импрома скиллс, баром за бар. Я как конструктор работаю, но импрома скиллс, баром за бар. Я баром за бар. Я как баром за бар. Я... Ну да, баром за баром. Бармен за баром. Как конструктор работаю над самолетом в ангаре. Красиво. Короче, что-то есть, какие-то ростки скилза пробиваются. То есть ощущение, что да, как бы у челика что-то есть. Может быть, вполне, что это ну, начало его, да, что вряд ли это смурф какой-то. Вряд ли это смурф. Меньше года. Ну да, Пит сначала долго не выпускал музыку, набивая некий опыт, и недавно стал релизить. Ну да, ну видно, что скилла как бы ну, не очень много в целом. Как лауки, эй, дайма, погоди. Я не накручивал себя, твоя жизнь как бигуди. Я отказался от всего ради музыки в груди. Не, не смурфик. Если хочешь пострадать, не, я так не стороной обойди. Послушай, детка. То есть он музыкой занимается, ну, 2-3 года максимум, максимум. Ближе к двум, 2.5-2 года, короче. И вот он сейчас потихонечку что-то читал, пел, и вот сейчас начал писать. То есть это не то, что там 5 лет, какой-то аккаунт предыдущий. Очень вряд ли. Да-да-да, интерлюдия много показывает. Вот это. Вот тут интерлюдия показывает, что не погружается. Мне нужно твое присутствие рядом, мне надо ремарк. Да-да-да. А так в целом, вот что ты придумал по контрастам, очень круто.
Если бы это все было реализовано как надо, песня шикарная получилась бы. Придумано отлично на 9, бро. Вообще, я вот заметил в последнее время на заказах, в особенности, у ребят прям шикарные, шикарные треки с точки зрения придумки. Интрушка, куплетик, да. Тут куплетик разнообразный, опять же, бам-бам, да, отлично. Бриджик идет, припев идет, недушный при этом. То есть он развивается по тексту, да, все норм, припев недушный. Интерлюдия, если бы она нормально работала, искренне, супер было бы, недушный куплет. Потом припев вот такой, да, вот отсюда. Жизнь как лоу-кик, эй, там бам-бам-бам-бам. Вообще кайф. Отсюда, да. Куплет вот такой побольше, причем здесь идет четверка, потом четверка и вот такой припев, еще раз, да, полноценный. Очень большая работа по разнообразию трека, чтобы он дико живым выглядел. И он постоянно меняет флоу, старается. То есть, короче, он придумал, да я даже не знаю. Единственное, что, ну это очень субъективно, что мне кажется, что слишком много слогов в припеве. Это субъективно, реально. Задумки крутые, самое главное, мне кажется, реализация — это всего лишь ряд навыков. Очень нерабатываемая, вот когда нет идей, никакие навыки не помогут. База, мне кажется, просто ему, да, надо просто импровиться и продолжать это делать, да, баром за баром. Я буду improve my skills баром за баром, вот. Вот я думаю, что мы вот так и напишем, да, improve your skills баром за баром. Запиши, Макс, вот это. Не, без май, просто improve skills, да, improve skills баром за баром. Все, этого будет достаточно. Потому что это именно покажет о том, покажет то, что ему надо делать. Чтобы это немного вот так не выглядело с точки зрения написания текста и с точки зрения того, что ему надо делать. Все. Как конструктор работаю на самолет. На самолет. Работает на самолет. Алло, я самолет. Я тебя уже жду в офисе, хуй знает сколько времени. В ангаре, быстрее. Работаю на самолет. На кого работаешь, блядь? На самолет. Хуй знает. Правда, там так поется? Как бегуди, я отказался от всего ради музыки в груди. Если не хочешь пострадать, то стороной обойди. Послушай, детка, где твоя рука? Не хватает, обойди. Там не дается, выбрал одно. Ты мешаешь, я тебя уничтожу. Это малая, светит путь будто фара. Не знаю будущей себе, не знаю до сих пор пара. Я буду improv skills баром за баром. Я как конструктор работаю над самолетом в ангаре. Над, конечно, да, над. Над самолетом, да, конечно. Да, над самолетом. Так. Флом, я когда-нибудь накоплю баллы на разбор, ты офигеешь, какой трек я поставлю. Отлично, бро, можешь накопить. И самое главное, понимаешь, еще проблема не в том, чтобы их накопить. Проблема в том, чтобы успеть заказать, когда открывается окно возможностей. Там знаешь, сколько самых быстрых людей на Западе? Это пиздец. Вот, короче, дружище, ты неплох, реально. Ты неплох. Вот если бы не момент с интерлюдией, где-то харизму можно было бы на 6 поставить. В интерлюдии 3. Так, в целом, 4-5 баллов вот за убедительность, да. 4-5 баллов. Ну, 5, ладно. Хорошо, пусть будет 5 баллов. Реализация стиля. Ну, по тактам ты неплох. По свидосу. Как лоу-кик, эй, дайма, погоди. Я не накручивал себя, твоя жизнь как бегуди. Я отказался от всего, бегуди. Я отказался от себя, твоя жизнь как бегуди. Я откручивал себя, твоя жизнь как бегуди. Себя, твоя жизнь как твоя жизнь как твоя жизнь как твоя жизнь как бегуди. Лирика, брат, не моя сторона. Но я буду работать, чтобы ее обуздать. Неплохо с ритмом рожен. Я буду работать, чтобы ее обуздать. Жень, как лоу-кик, эй, дай мам, погоди. Я не накручивал себя, твоя жизнь как бегуди. Я отказался от всего ради музыки в груди. Если не хочешь пострадать, то стороной обойди. Там не дается. Так. Там-тарам. Три, бро, есть три, да. Три в своем треке есть. Реализация стиля. 6. Рифмы, образы. Мягенькая песенка. Повествование неплохое. 7 вполне, да. Так, сейчас подожди, посмотрим. Может побольше даже. Если опечатки убрать из текста, да. Я устал, толку от дыма 5 кола. В дыме 5 кола легенда не нужен никому, как мотороллер. Бэм!
Здравствуйте, я даю вперед, что мы близкие. Здравствовал. Не-не-не, точно там двойные, вообще нормально. 8 минимум. 8-9, короче, да. Особенно учитывая песню, какие нахуй 7. Так на сцене кровки пела, что услышал, как из зала пропела, чтоб черные души ваши внезапно побелели. Зала пропела, внезапно побелели. Столько воды в твоих словах, моя душа ржавеет. Такой-такой прям. Я не устал, да. Да, мне дается это решение сложно. И то, бро, это невозможно. Сорян, бро, что ебу мозги. Я выбрал одно, теперь буду осторожнее. Если ты мне помешаешь, я тебя уничтожу. По тексту тоже круто. Рядом мала светит путь, будто фара. Из филармонии. Не знаю в будущем себя, не знаю до сих пор, пара ли. Я буду improve my skills баром, бар за баром. И конструктор работы над самолетом в ангаре. Да. Лоу-кик. Эй, тайм-аут, погоди. Что-то, короче, 8, я думаю, да. Смело вообще, смело. Смело. Так. 8. 6. 5 здесь. Ты решение, слом промазкил, баром забат. Я как конструктор работаю над самолетом в ангаре. Жетка, где твоя рука? Четверочка. Весьма неплохо. Реально. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, это было интересно. Вообще, в целом, вот я вижу, очень много ребят начинают давать качество, да, даже они начинают вот выпускать треки в 22-23 году, и при этом они дают довольно крепкие треки, реально, не может не радовать. Значит, фрешмены как будто бы, да, как будто бы, ну подождем еще на одну песенку хотя бы от него, а так, чтобы прям вот уже сразу брать, не знаю, как будто не совсем, фанфары. Филармония нет из правила. Да, по-моему, филармония — это хорошо реализованное правило и есть, да, то есть то, как должно было звучать правило по факту. Поэтому вот такое вот. Ну, в общем, как-то так, да. Спасибо, да, спасибо. Это было интересно в любом случае. Чат, что думаете, от 1 до 10? Можете тыкнуть свою оценочку и перейдем дальше. Потому что вам привет тоже был, да? Привет, фломастер, привет, чат. Вы послушали мою работу. Ну, мы ее послушали. Мне правило больше зашло. Супер, бро. А по треку что думаешь? Круто, 8, 4, 6, 7, 7, 8, 4, 8, 5, 6, 7, 7, 6, 7, 6, 6, 6, 7, 9, 7, 7. Ну, неплохие оценки, я тебе скажу. Стоп, это есть заказ, четвертый, потом только альбом, так ведь? Да. Норм, думаю, бандана пижи. 6 из-за вторичности. Из-за вторичности. Ну, допустим. Практически мне супер ультра трек и Дольче Габбана, альбом Зверя, в тем треком такую ностальгию дал. Спасибо, что напомнил о короле гламура десятых. Вообще кайф. Вот бы сделали переосмысление в те хиты эпохи Билана или Максим, например. Так делают же активно. Что касается Зверева, он не только там, не надо думать, что это кринж персонаж какой-то. На самом деле это очень крутой парикмахер, стилист, да, он какие-то, у него там 10 тысяч наград, реально, да, там премий серьезных, он на конкурсах побеждал. Вообще он очень крутой мастер. Очень крутой мастер он. Поэтому вот эта вся его супер эпатажная история, да, со всякими там коронами, вот этими моментами, это не отменяет его профессионализма. Он в своем деле очень большой профессионал. И что касается его поп-хитов, они тоже гремели очень круто в свое время. Поэтому я понимаю, что это может быть звучать не очень, да, но в целом он большой мастер своего дела. Вот так вот. За 200 рублей вчера. Респект, бро, респект. Все, да, спасибо. Спасибо тебе, дружище Пит. Это было интересно, правда. Вот эта песня, если что. Нет, не это, да. Вот эта песня, вот это было. Так, а теперь вопрос по поводу обложки. Все-таки. Выбор. Почему? Я устал, ты же двигаешься. Устал, не буду спать. Но ты готовься упасть. Ты лирика, брат, не моя сторона. Но я буду работать, чтобы ее обуздать. Дэм. Рядом малая, светит путь, будто фара. Ну вот, ты типа на взрослый человек, да? Или это есть ты, бро? Или это есть ты? Ты какого года рождения? Ну вряд ли это ты, да? Мне так почему-то кажется, что это не ты. Это он на облоге. Ну может быть, это он мелкий, типа, на облоге? Может быть, это его фотография в детстве? Ну к чему она здесь? Выбор, вот выбор ребенка, да, вот, и вот гитара, вот этот ракешник, как бы, что типа, почему это здесь? Я думаю, что это не он сейчас, 100%. Это он настоящий в данный момент. Ну да, в смысле нет, да, я убежден, что это не так. Вот, поэтому не совсем понятно тоже момент, да, не совсем понятно. Это он мелкий, выбор будущего.
как будто про настоящее поет. Достаточно взрослый чел поет про свое настоящее, типа, что делать дальше. И причем он его, в общем-то, определяет уже сейчас, да, типа, буду вот переть, тащить, короче, и вот improve my skills. Поэтому такое. Главная роль Шантарам Скриптонит раздал, вышел. Если не заблокировано до сих пор, я сейчас посмотрю, кстати, надо будет глянуть.